Здесь важно разобраться, о чем мы с вами сейчас говорим. Если мы говорим о водопоглощении, то у керамических блоков водопоглощение не такое большое. То есть объем воды, который блоки готовы в себя вобрать, оно значительно меньше, этот объем значительно меньше, чем, допустим, у газосиликатных блоков. Но если мы говорим о капиллярной активности, то есть о способности поднимать эту влагу по кладке, то, безусловно, у крупноформатных блоков капиллярная активность выше. Если вернуться к вопросу, то вы должны понимать, что крупноформатные блоки очень быстро поднимают влагу за счет своей капиллярной активности, но также очень быстро ее отдают. И это основной плюс крупноформатных блоков. И именно благодаря этой его способности наши заказчики ценят его. Когда вы начинаете строить кирпичные стены или стены из крупноформатных блоков, вы всегда используете отсекающую горизонтальную гидроизоляцию, которая полностью отделяет крупноформатный блок с высокой капиллярной активностью от бетонных конструкций или от бетонных или от каменных конструкций фундамента, которые могут тянуть воду из грунта или с площади рядом с домом. Что касается поступления влаги со стороны фасада, то это также исключено, потому что все стены из крупноформатных блоков подлежат так или иначе отделке фасада. В нашем случае мы используем адгезионный набрызг NAUF, который уже снижает водопоглощение конструкции. Дальше мы ведем облицовку фасада либо клинкерной плиткой, либо минеральной декоративной плиткой под кирпич разных производителей. Соответственно, все эти материалы полностью исключают попадание влаги к блоку.